Как дела, Брейл Раш? Обычно мы к вам приходим с какими-нибудь хорошими, развлекательными, интересными новостями, но сегодня у нас нет особо поводов для радости, только у Никиты. Потому что Никита, он, знаете, он всегда как бы радуется всему, он такой, молодец, молодец. Короче, скейт-парк Red Deck закрывается, их просят освободить площадь, и, наверное, хотят здесь все снести, построить очередной жилой комплекс, я не совсем в курсе насчет этих деталей, но, короче, Red Deck закрывается, и это очень плохо для тех, кто любит рампу, просто для скейтеров, и для нас, и для владельцев Red Deck. Как бы наша история с Red Deck такова. Я пришел к ним и говорю, ребята, у вас есть парк, у нас есть канал, давайте соединим это. Будем семьей одной. Типа, можно ли в вашем скейт-парке снимать контент на постоянной основе, круглый год? Они сказали да, да, да. Они нас поддержали. Я приходил там к Антону Мешкову, владельцу скейт-парка, директору парка, там, с любой своей самой идиотской идеей. Антон говорил, да, делаем это. С Red Deck мы сделали много клевых вещей, там, скейтер на прокачку. Благодаря Red Deck мы смогли делать эти телемосты с Могли, с Уиллом Кортезом. Мы планировали, конечно, делать еще. Потому что, знаете, не каждый парк может открыть свои двери ночью, чтобы мы такие созвонились там с Америкой и поиграли с ним в скейт. С Red Deck у нас это получалось. Спасибо большое за это Red Deck. В общем, мы реализовывали с этим парком много-много идей. Это буквально был мой второй дом. Я приходил сюда, я мог здесь полежать, я не знаю, поесть, попить колы. Мне кажется, это был даже Brave House. Наш, да, такой. По сути, Red Deck. Мы здесь катались, прогрессировали. Даже Red Deck помог мне снять мой первый клип. Да, ночью, да, да. Опять же, мы снимали ночью всю этот ночь клип. Снимали, да, мы есть. Пришли такие, нам нужен скейт-парк на ночь. Они такие, без проблем, снимайте. Всегда да. Шли навстречу к нам, и это было очень круто. Да, это реально был наш Brave House. То есть, ну, мы не могли там перекрасить стены, да? Нам это не разрешили бы. Но любую креативную идею ребята поддерживали. Это, по сути, был, да, наш Брейл-дом. И вот сейчас мы остаемся без Брейл-дома. Это неожиданно то, что сейчас сезон, и, по сути, негде кататься. Сейчас будет холодно, минус 20. Нет, есть, конечно, другие парки, но, опять же, мы с ребятами из Red Deck, мы не просто, типа, знакомые. А, вы закрываете, до свидания. Мы, типа, мы реально вот в этой тусовке. Мы с ними, мы их поддерживаем, они поддерживают нас. И сейчас, как бы, ну, они реально, у них реально беда, потому что летом, естественно, крытые парки, они народ не собирают, а только начался сезон крытых парков, и им говорят, типа, освобождайте площадь и уезжайте, все. Как бы это реально очень плохо, и мы хотим поддержать Red Deck. Они сейчас собирают деньги на переезд, то есть они найдут другую площадь, но опять же, в этот коронавирусный год, когда у них и так образовались долги из-за того, что весной они не могли работать, они опять же потеряли кусок той весны, когда люди еще ходили по паркам, у них образовался долг, и сейчас их заставляют переезжать. И переезд — это тоже большие деньги, потому что нужно все оборудование разобрать, перевезти, заново собрать — это тоже большая сумма, поэтому, конечно, у них большие проблемы. Назовем это примитивно, просто проблемы. Вот, и поэтому нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, расскажите об этом всем неравнодушным скейтерам, кому только можете рассказать. И в описании будут реквизиты, на которые они сейчас собирают деньги, которые им нужны для переезда. То есть у вас есть шанс помочь парку просто переехать в новое место. Я надеюсь, что у них получится, что вы их поддержите. Они соберут достаточную сумму для переезда. И они сделают парк побольше. Я надеюсь на это. Там будет флэт-зона. Да, я надеюсь, что они сделают там флэт. В общем, если у вас есть возможность, поддержите финансовый переезд Red Deck. Это очень поможет. Любая копеечка, как всегда, в таких ситуациях очень помогает. Есть шанс даже после переезда сделать парк еще лучше и более разнообразным, потому что здесь были в основном только рампы. В следующий раз, я думаю, у них получится учесть и сделать флэт. Сделать не только рампу, но и стрит-зону. Каждый ваш донат, ребята, поможет на развитие, потому что скейт-парк переезжает. Кто бы мог подумать, что в этом году может быть хуже? А тут, оказывается, еще хуже, что наш дом закрывается. Поэтому, ребята, вся ваша любая помощь, там 100 рублей, 50 рублей, просто не пожалейте на развитие скейт-парка, потому что мы будем генерировать там же контент, и для вас будут новые видосы, а для скейт-парка это будет процветание. Даже не в такое вот сложное время. Да, если у нас, у скейт-парка Red Deck, получится это оформить, получится переехать успешно, получится открыться в новом месте и возобновить работу, то вас определенно в лучшие времена, посткоронавирусные времена, ждет здесь многие в новом скейт-парке. Если он откроется, ждет много мероприятий от нас, сходки, коллективные тренировки и прочие веселительные мероприятия, если нам повезет, и мы сможем открыть Red Deck в новом месте, грубо говоря, опять же, с вашей помощью, поэтому
У меня были планы еще на эту зиму, то, что нужно организовывать мероприятия, но, опять же, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Я планировал еще делать разные сходки, в том числе здесь, в Деке, потому что, опять же, это как бы наше место. Соревнования, сходки и все такое, но, конечно же, из-за вируса не получается пока что. Сейчас он тоже опять закрывается, и неизвестно, что будет дальше, поэтому поддержите. Если все будет хорошо, мы будем организовывать коллективные там тренировки, сходки и прочее в новом месте. Мы постараемся вас отблагодарить за это, как только сможем. Пожалуйста, помогите нам, и мы постараемся продолжать помогать вам, как мы это можем, в зависимости от нашей компетенции и сил. Поэтому, пожалуйста, распространите это видео, всем своим друзьям покажите. Мы первый раз просим вас помощи. Реально, нам нужна ваша помощь, поддержка информационная и финансовая. Поэтому реквизиты, куда можно отослать небольшую денежку или большую, если вы вдруг можете, они будут в описании. По любым вопросам пишите в Инстаграм, в Директ или в комментариях. Вот, Никита, что скажешь? Я могу сказать, что это один из самых культурных скейт-парков для тренировок, потому что до этого парка я в рампе особо не умел кататься. Можно сказать, я здесь прокачался. То есть я научился и вылетать, и вертеп катался. Кстати, тут единственный нормальный верт в России, но он как бы не тот верт, который в Америке, но это тоже верт, что очень интересно. То есть тут как бы всегда есть куда стремиться в этом скейт-парке. От мала до велика. Я согласен. Больше всего мне нравится то, что сами организаторы, владельцы парка, это ребята, которые катаются на скейтах, они катаются очень круто, они делают офигенные мероприятия, вот Хэллоуин, это да. очень круто, и мне даже безумно жалко, что они попали сейчас в такую ситуацию, из-за того, что этот коронавирус, и их выгоняют просто, потому что они строили свой скейт-парк именно под этот ангар, и сейчас переезд будет занимать много больших денег, и это ударит как по их личным расходам, так и по бизнесу, поэтому, ребята, с миру по нитке, и скейтбординг массы по-настоящему сейчас должен заработать, именно если мы каждый поможем на развитие скейт-парка. Поэтому еще раз, пожалуйста, поддержите скейт-парк. Мы в будущем постараемся поддерживать вас, как мы можем. Вы поддержите, пожалуйста, нас. Мы просим вас помощи только тогда, когда она нам очень действительно нужна. Поэтому, пожалуйста, поддержите скейт-парк. Спасибо большое, что смотрите. И спасибо большое, что распространили это видео по максимуму. Скейтбординг массы. Вместе мы сможем пережить этот тяжелый год. Спасибо вам. Пожалуйста, поддержите Red Deck.